Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Гомель» Андрей Валерьевич Горобцов. Андрей Валерьевич, как всегда, комментарии по прошедшему матчу. Начнем с того, что поначалу нам пришлось перестраиваться. Мы готовились к немного другой системе игры в Днепра. Какое-то время у нас ушло на то, чтобы сделать перестановки. Потом первый тайм, наверное, был все-таки больше под нашим контролем. Второй тайм – игра для болельщиков. Тут сложно говорить, что там играли с каким-то преимуществом, еще что-то. Наверное, закономерным результатом была бы ничья. Но мы забили. Опять же, не люблю это говорить, что кто больше хотел. Мне тоже сегодня очень хотел выиграть, и они на самом деле здорово играли. Очень агрессивно, прессинговали. Нам было тяжело. Но выиграли, нам повезло. Спасибо. Вопросы. Андрей Валерьевич, несмотря на победный результат, наверняка есть вопросы, может быть, в игре, и которые придется потом разобрать. Ну, конечно, есть. В первую очередь, это качество в завершении. Не то, что в завершении. Это уже эти последние передачи. Иногда мы торопимся, спешим. Ну, работаем над этим. Но это очень сложно, на самом деле. Все, вопросов нет. Спасибо, Андрей Валерьевич.